Очень много пользователей OnePlus 7 и 7 Pro ждали новой прошивки на основе Android 10 и никак не могли дождаться, когда же она прилетит по воздуху. В одном из прошлых роликов мы уже разбирали, как поставить прошивку вручную. Как оказалось, та версия прошивки была отозванная из-за найденных проблем. Зато сейчас мы уже наверняка имеем стабильную версию прошивки под номером 10.0.1. Приступим к обновлению. Для начала определимся, какую прошивку нам нужно скачать, европейскую или глобальную. Для этого смотрим на номер сборки. Определяем, что в данном экземпляре нам нужна глобальная прошивка. И ставим ее на скачку. Надо отметить, что полный список изменений абсолютно аналогичен предыдущей версии прошивки 10.0.0. И обзор всех новых функций вы можете посмотреть, кликнув на подсказку. После успешной скачки прошивки необходимо перенести ее в корень файловой системы с помощью любого файлового менеджера. У OnePlus по умолчанию установлен диспетчер файлов. Переходим в папку загрузок, выделяем наш файл, вырезаем и перемещаем во встроенную память. Далее переходим снова в настройки, система, обновление системы, кликаем на шестеренку и выбираем местное обновление. Если до этого шага вы все сделали правильно, то вы должны увидеть файл прошивки. Через несколько минут останется только перезагрузить аппарат. И вуаля, ваш OnePlus на официальной версии Oxygen 10.0.1 на основе Android 10. Сам процесс прошивки достаточно простой, однако от какого-либо форс-мажора никто не застрахован. Поэтому перед процессом прошивки постарайтесь сохранить важные файлы и документы. Просто на всякий случай. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь. И очень скоро на канале будет долгожданный обзор Meizu 16 XS. Не пропустите!